С 9 марта 2021 года по пригородным маршрутам регулярных перевозок на территории Магадана внесены изменения. По маршрутам 101 и 111 автовокзал Уптар-аэропорт вводится дополнительный рейс. Он будет работать в будние дни и в субботу в 14:30 от остановочного пункта автовокзал. Временное сводное расписание движения опубликовано на официальном сайте мэрии Магадана magadangorod.ru в рубрике «Городской хозяйство», разделе «Сфера потребительских услуг», подразделе «Транспортное обслуживание населения».